Социализм — это дурь 20 века, а вообще-то зачерпнута она из 19 века. Люди до сих пор не могут понять, что такое социализм, повторяют это слово, ничего в нем не понимая, считая, что социализм — это альтернатива к капитализму, о котором они тоже ничего не знают. У них такие слова, превращенные в фетиши, они им поклоняются, как будто это какие-то знаки судьбы. Социализм, капитализм, ты за социализм, ты за капитализм, какой проклятый капитализм, какой светлый и прекрасный был социализм, какой он будет прекрасный. Все это бред сивой кобылы, забивающий головы. Ни социализма, ни капитализма в качестве политических теорий не существует. Одна есть, существует единственная политическая теория социализма. Ну, политэкономическая, скажем, теория. Это марксизм. Если вы социалист, ну, в любом виде, как бы вы ни ассоциировались, вы марксист. И никуда от этого не деться. А марксизма не существует без мировой революции, без уничтожения так называемых эксплуататорских классов. То есть не существует без классовой войны, без гражданской войны, без истребления лучших сыновей того народа, к которому вы принадлежите. Просто без уничтожения лучших. Социализм – это уничтожение лучших. Это было, есть и будет всегда. И психологическая зависимость людей, которые чувствуют свою ущербность, состоит в том, что они хотят уничтожить тех, кто такого же психологического ущерба не имеет, кто способен что-то делать в экономике, в науке, в искусстве, в любой творческой деятельности. А вот кто не умеет, не знает как, у того социализм в башке, значит марксизм. Ну, никакой другой политической теории, кроме марксизма, нет. А у капитализма нет никакого лица, кроме воображаемого этими социалистами. Социалисты выдумывают некий страшный капитализм и этим словом обозначают вообще все. Чтобы ничего не понимать, надо все обозначить одним словом. Ну как удобно мыслить? Это примерно как матершина. Человек ничего не может выразить на родном языке, тогда он разговаривает и думает на матерном языке. Вот в политологии говорить о социализме и капитализме — это что-то вот подобное тому, если бы вы разговаривали и мыслили исключительно матом. Вот такая аналогия не просто приходит на ум, а так оно и есть. Социализмов на практике есть два. Социализм большевистский, террористический, русофобский, уничтоживший десятки миллионов людей, обрушивший нашу страну в демографическую катастрофу, приведший к власти Ельцина, Горбачева, Путина, всю вот эту сволоту постсоветскую. То есть из советской номенклатуры родилась вот это, второй сорт, то есть постоянное снижение качество, то есть как-то вот государство на фоне научно-технического прогресса укрепилось и много чего дало народу, но не потому, что это была правильная политическая теория, правильная стратегия. Стратегия была тупиковая, она привела к краху и хозяйственному, и политическому. Но главный итог деятельности вот этих социалистов-большевиков – это разрушение России. Разрушение государства российского, которое формально называлось СССР. И обеспечение доступа к власти вот этих уже полных и законченных предателей и тупиц. Ельцина, Путина и всех, кто с ними вместе пришел. Тайно или явно, это совершенно не важно. Вот что такое социализм. И второй социализм – это социализм европейский, который на самом деле никакой не социализм. Ну какая Швеция, какой шведский социализм, если там какая-то социалистическая партия правит, ну там сплошной либерализм. Ну сплошная вот эта вот западная демократия, это западничество. Какой там социализм? Вот одни мечтают о шведском социализме, которого не существует и быть не может, а именно просто под словом «социализм» скрывают свое западничество, а другие мечтают о террористическом сталинизме, чтобы убивали не их, а убивали кого-то другого. Пусть поубивают побольше, жить будет легче. Да, квартирки освободятся, да, должности освободятся. Пусть частый гребень вычесывает как можно больше людей. Это вот скрытый эгоизм. Либерализм – это открытый эгоизм, наглый, циничный, а социализм скрывается за общественными интересами.
А к этим общественным интересам еще пристыковывается русофобия в виде интернационализма. Говорят, да нет, ну и существует же национальный социализм. Вон, смотрите, у Гитлера и так далее. Но итоги деятельности Гитлера мы знаем. Немецкая нация, немецкая культура, немецкая философия, все было уничтожено. Ничто просто запрещено, либо истреблено. Люди истреблены, а оставшееся от них наследие зачищено. Как вот я тут увидел список запрещенной литературы, установленный в 1946 году. В советской зоне оккупации, я думаю, что и в других зонах оккупации в Берлине было примерно то же самое. И там огромные списки в тысячи наименований вообще, вообще всего, что было там с 20-х даже годов, с 20-х по 45-х, все, все изданное, все книги были запрещены, изъяты, уничтожены. Говорят, ах, Гитлер сжигал книги. Так он сжигал книги-то тех негодяев, которых действительно лучше было бы вместе с этими книгами сжигать. А вот эта вот скрытая подлость социализма в том, чтобы истребить вообще и людей тайно, и их творческое наследие. Все истребить. Все лучше, лучшего изгоев убей. Да, в Талмуде сказано, это повторяется многократно в нашей истории. Вот это талмудизированное сознание бывших русских, это и есть социализм. Хотите такого социализма, все вот эти социализмы, какие бы вы ни выдумывали, это социализмы антирусские, античеловеческие, как, впрочем, и либерализмы. Я многократно это повторяю, спасение России и русских только в русском национализме. Принадлежите вы к русскому народу или не принадлежите, спасет Россию, значит и вас, и ваш род, даже если он к русским не относится, только русский национализм. Никакой социализм спасительным не является, он разрушителен. И я, конечно, считаю подонками тех людей, которые русский марш, единственное русское, общее русское мероприятие, которое еще тлеет, еще вот оно еле-еле еще дышит, хотят превратить в шествие вот этой интернациональной мрази, чтобы туда пришли люди с Сталиным и Лениным в башке, с красными флагами, с сатанинскими серпами и молотами. Я считаю их сатанистами и врагами русского народа. Есть люди, которые заблуждаются, ну, как бы хочется думать, что добросовестно заблуждаются. А есть кто хочет намеренно уничтожить это мероприятие. Может быть, слава Богу, и вот этому сатанинскому ковиду, что не будет никакого русского марша. Но мы предупреждены, что есть группировка, которая называет себя НПСР, Национально-патриотические силы. Вот что это за группировка, никто не знает, потому что у них нет, кроме сопредседателей, которые не участвуют ни в чем, никакой структуры нет, никакой ответственности нет, никакой идеологии нет, как выяснилось. Они объявляли идеологию, которой они не следуют. Вот, и теперь эти люди, мало того, что они были малодееспособны во всех отношениях, как в идейном, так и в пропагандистском, и в организационном, теперь они преуспели в том, что очень выгодно ныне действующей власти. Я предупреждаю тех русских, которые намереваются прийти на русский марш или взаимодействовать с какими-либо организациями, что вот обнаружилась еще одна группировка заклятых друзей русского народа и Великой России. Эта группировка имеет ранее какие-то заслуги, но люди оказались нестойкими, у них психика и интеллект подвижны, и они сдвинулись в сторону красных, то есть фактически предали русское движение. С предателями никаких дел у нас быть не может, ни диалога, ни спора, ни дискуссий, ничего не может быть, никаких общих мероприятий, так же, как с путинистами. Выбрав правильную позицию, даже малым числом, мы сохраняем возможность спасения России и русских от вот этой русофобской власти и тех предателей-шакалов, которые хотят, ну, каких-то пустяков для себя, не знаю, известности, там, успешности какой-нибудь, хотя бы минимальной, там, а про меня там вот где-то узнали на Сахалине или на Камчатке и так далее. Вот они ради этой ерунды и порушили даже человеческие отношения, не только идейно предали русское движение. Вот если мы от них отвернемся и повернемся друг к другу, тогда мы и составим ту самую общность,
которое и будет русским национальным движением. И на эту общность только и можно опираться. Слава Руси! Господи, спаси!